Так, дошла очередь до Герберы. Мне она понравилась тем, что достаточно яркое, комнатное растение. Цветет зимой. И такой будет красивый пейзаж на окне. Зимой, особенно когда будет снег, будет ярко выделяться. Это вырастает до 50 сантиметров. Диаметр цветка до 10 сантиметров. Это достаточно большой цветок будет. Вот. Зацветает с момента посева она, конечно, долго. На 7-10 месяц цветет 3-4 месяца. Вот. Посмотрела в интернете, как правильно ее сеять. Теперь буду показывать и вам. В общем, по всей мной добытой информации, герберу сеять нужно в высокие стаканчики. И каждое семечко высевать на расстоянии минимум 1,5 сантиметра. Увлажнять и также делать тепличку. Можно замачивать семена перед посадкой в воде на 3-4 часа. Можно в стимуляторе роста. Но я не стала этого делать. Сею сухими их. И просто увлажню и в тепличке. Я думаю, им этого будет достаточно. И они достаточно быстро взойдут. Сходят они где-то на 7-10 день. Вот. В пакетике было 9 семечек. Тут не количество семян, а граммовка идет. Вот. Похоже чем-то они на астры. Чуть-чуть на цинии семена. Интересные. Грунт я купила специальный для гербер. Он же и для роз. Нет. Ой, подцепить тяжело. Ну, высаживать. И даже можно чуть-чуть поближе, совсем, чтобы как раз 9 семечек у меня сюда вместилось. Жорка была, ну, как раз 9 семян. Теперь их увлажню. Ох, легкие. И обязательно присыпать нужно сверху грунтом где-то 2-3 миллиметра, но не больше. Вот. Такой вот грунт для роз, хризантем, гвоздик, фрези, цинерарий, гербер, гибискусов. Вот. И присыпать. Можно слегка примять, чтобы семена хорошо контактировали с почвой. Иначе, по многочисленным отзывам, так они лучше и быстрее прорастут. Прихлопала. И также обильно смочить равномерно. Очень мне нравится опрыскивание при посеве, то что земля смачивается равномерно и потеков нету. Тут кусочек семечки выше. Думаю, этого достаточно. Так, ну и закрою крышечкой и можно ставить в теплое место. Прорастает при температуре 20-22 градуса. Вот гербера у нас Джемсона готова.
Осталось гербера ручки. Ну, сам процесс посева я не буду показывать, потому что он будет точно такой же. Просто открою упаковочку и покажу, сколько здесь семян. Упаковочка целая. Также идет не штучно, а граммовка. Пакетик вниз упал. Сейчас я другой возьму. Также граммовкой по сколько здесь? 0,05 грамм. Совсем легкие семена. Здесь даже пакетика нету. Не просто. Вот такие вот семена. И вот можно тоже посчитать, сколько их. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот в этом пакетике их 14 штук семечек. У меня 3 пакетика, я сейчас посчитаем, сколько.